Вот это у меня карта Мегапарка из Копии. Представься, кто ты. Максим. Максим? Угу. Что это у тебя на бумаге? Это карта Мегапарка из Копии, да? Угу. Объясни. Так, вот это загон Терекса, самки Терекса. Это загон простого Терекса, а тут загон рептилий, вот тут, посередине города. Тут летает птеродон, сбежавший. А тут, мама, везде камеры должны быть. Тут вольеры, чтобы не сбежал самка Терекса. А тут вокруг этого загона есть еще один вольер. Тут, вот тут лес, и там живет такой монстр. Вот. А тут загон такой, еще один. А тут пристань. А тут мама живет, вот, где снег. А тут тоже вольер и лес, где самка Терекса живет. Ну, везде камеры спрятаны. Даже вот тут камеры. А зачем камеры? А, чтобы наблюдать, где сбежали Терекса и другие монстры. А то еще в город заберутся и кого-нибудь съедят. То есть надо везде, на дорогах там, даже в пристани установить камеры. То есть вот тут. То есть весь остров за камерах, чтобы был. Вот такая карта. У меня есть еще одна карта. Пока. Пока-пока. Пока-пока.